эпизоде я вам покажу комплекс простых упражнений, который поможет вам вести активный здоровый образ жизни дома. Мне необходимо всего пара тапочек. У вас дома это может быть какие-то другие любые предметы. Черенок от лопаты или от швабры. Обычные жгуты или резинку. Рисуем такой круг. Сначала в одну сторону. И три. И четыре. Прыжки на правой ноге вперед-назад, влево-вправо. Обычным бегом. Рисуем круг в тазобедренном суставе. Круг от себя. Раз, два, три. И так вот мы делаем 10-12 раз. Это упражнение очень хорошо укрепляет ноги, а также спину и пресс. Раз, два. Держимся, держимся. Отлично. 4 подхода по 15 повторений. Раз, два. Бег с ускорением на месте по хлопку. Раз, вниз. Два, вниз. Три, четыре. И чуть-чуть попружинить вниз. 4 подхода по 15 повторений. Раз, два. На счет раз ногу выпрямляем, носок тянем на себя. На счет два сгибаем. Тренируйтесь дома, ничего не бойтесь и только вперед.